Между тем, в Караганде этой ночью во время крупного пожара в многоквартирном доме спасли троих детей. Все они получили отравление угарным газом, а сегодня днем дети уже выписаны из больницы. По словам медиков, их здоровью ничего не грозит. Напомню, накануне вечером загорелся 7-й этаж жилого дома. Людей вызволяли по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков. Эвакуировали 13 человек, 7 из них несовершеннолетние. Дети 2011, 2014 и 2018 годов рождения с признаками отравления угарным газом были доставлены в больницу. Специалисты рассматривают несколько версий возникновения пожара: неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем. Потом придумали обогреватель. 7-й этаж горел, балконов дети, пожарники приехали минут через 10, стали вытаскивать детей через лестницу. Дым был ужасный, там со всех этих балконов валил этот дом. Этот дым, люди стояли на балконах, кричали, крику было, конечно, ужасно, дети такое-то, но кричали.